Парад, кульдерэ, парад, Алан Мзабуган, бонша, алем Илья Ильин, булашака, бурису, Добрый день, уважаемые журналисты! Мы рады приветствовать вас на информационной площадке службы центральных коммуникаций. Сегодня мы также рады приветствовать у нас в гостях казахстанского спортсмена, четырехкратного чемпиона мира по тяжелой атлетике Илью Ильина, который поделится с нами своими главными спортивными целями и профессиональными планами на будущее. Илья Александрович, добро пожаловать, вам слово. Спасибо большое, добрый день всем еще раз. Очень рад вновь э, находиться в этом зале. Как я и обещал, после вот, э, год назад, где-то чуть больше, наверное, года назад, э, произошла большая ситуация у нас в большом спорте, касаемо меня. Вот, и я пришел к вам сюда, и я ну, в открытой пресс-конференции рассказал, э, что я чувствую, что я думаю об этом всем, и как я дальше ну, буду действовать, как бы, вот прошло время, все это закончилось, я как-то обещал, что я приду после того, как это все закончится, я обратно же поговорю с вами и как бы отвечу на все вопросы, которые, на которые я сам знаю ответы и на которые я считаю ну, как бы, ответы мои актуальные, да. Вот и и во-вторых, я, конечно же, почему я здесь сижу, я, наверное, это в первую очередь все-таки я пришел сюда выразить большую благодарность всем людям, которые которые меня поддерживали всей стране нашей, всему Казахстану, потому что я реально благодаря народу выдержал эту тяжелую ситуацию, выдерживаю до сих пор. Конечно, камень с души уже такой, есть какая-то определенность уже. Я очень благодарен вам, спасибо вам огромное. Конечно же, Нурсултану Абишевичу я благодарен, потому что каждый, при, при каждой встрече он всегда говорил мне, давай, держись, все в порядке, как дела. Два вопроса, и становится легче, когда глава государства переживает и волнуется за наших атлетов. Ну, как бы мне очень было приятно. Спасибо большое нашим всем функционерам, спортивным и неспортивным, всем людям, которые поддерживали меня. Даже, ну, проходишь на улице, идешь, и как дела спрашивают: ну давай, держись, это очень сильно поддерживает. Вот на этом и держался. Сделали все как надо, отработали, максимально вытащили. Ну, вы максимально сделали все возможное для того, чтобы удержать меня в ну, как бы спортивной карьере и сделать максимально чтобы дальше можно было двигаться уже, как человеку, как спортсмену. И за это я очень сильно благодарен всем, всему народу, всем функционерам, главе государства, родителям моим, близким. Спасибо большое вам всем. Спасибо большое. Уважаемые журналисты, если у вас есть вопросы, пожалуйста, мы готовы на них ответить. Первый вопрос. Здравствуйте, Камила Рашид, стратегия 2050. Скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы сейчас тренерской работой, как это все происходит? И второй вопрос, поддержала ли вас федерация, министерство? Если да, то каким образом? Было бы интересно услышать. Ага. Спасибо. Ну, так как я 20 с чем-то лет в спорте, когда я нахожусь в зале спортивном, рядом со мной всегда работает либо молодой парень, который занимается, ну, молодые люди, которые занимаются тяжелой атлетикой, тяжелой атлетикой либо... Ну, серьезный человек, который просто любит это дело и занимается, ну, хобби его. Либо там профессиональный там кроссфитер, другой вид спорта. Я, конечно же, занимаюсь всегда профессиональной спортивной тренерской деятельностью. Несмотря ну, ни на что, я люблю этот вид спорта, и мне очень нравится. И я не могу не тренировать человека, когда человек рядом со мной, он, видно, ну, хочет со мной поработать. Либо я сам нахожу какой-то там путь для того, чтобы подсказать что-то человеку. Потому что у меня колоссальный опыт, есть очень много данных для того, чтобы давать, передавать людям. Я думаю, сейчас самый раз мне это делать. Да, еще, конечно же, я вот, я давал семинары, мастер-классы, ездил по, по штатам, когда учился в Америке, и повышал свою квалификацию в тренерском, как бы, повышал тренерский опыт свой. Неплохо получалось, очень хорошо у меня есть. Ну вот, у меня, я, может быть, не тренер, суперпрофессионал, который может там строить планы, потому что я еще молодой для этого. А вот зажечь человека и давать, дать ему точные данные, то есть точную траекторию поднятия штанги, и так, ну, у человека получается, это у меня есть. Да, конечно, второй вопрос. Мне очень все помогли, Федерация тяжелой атлетики до конца курировала этот вид спорта, министерство очень сильно переживали за меня, всегда были рядом. Какой вопрос, вот с министром я встречался, он говорит, какой вопрос, давай говори, мы тебе поможем всегда. Естественно, я, ну, вопрос самый был главный во мне, у меня в душе, спокойно пройти эту ситуацию. А так все в целом у меня было ну, нормально внутри меня, и я не мог там сказать, там, у меня там куча проблем. Но этим, этим самым, что чем тебе помочь, это уже была большая помощь для меня. Федерация тяжелой атлетики, они, они сделали реальную физику, они… Мы что сделали? Мы поехали в Швейцарию, выбрали адвокатов. Ну, из двух, из двух, компаний я выбрал одну британскую. Это вот сделала федерация. Мы встретились. Потом адвокаты начали работать. Естественно, конфедерация с федерацией оплачивали это все дело. То есть, ну, государство помогло мне очень хорошо в лице вот конфедерации и федерации все выпол ну, сделать. Дальше это все шло довольно медленно, довольно так скрупулезно, там работали, все сделали как надо. И в конце концов было слушание 5 октября. Мы слушание это провели на, на площадке офиса Федерации тяжелой атлетики. Все прошло хорошо, минут 40-50 мы разговаривали, адвокаты сработали отлично, и ну, с федерации со стороны все было, ну, там все четко по, так сказать, по графику все прошло, все как надо. Ну и сказали, жди пару месяцев. То есть, все отлично было. Ну, естественно, непосредственно человеческие отношения с президентом Федерации Держу атлетики у нас хорошие. Мы постоянно на связи были. Как дела? Вопросы таких, ну, семейного характера, ну, то есть, как успехи, как ну, проблемы. Ну, вот такие вещи тоже очень важны же. Мы, мы же все люди, и они намного важнее бывают иногда, чем даже какие-то другие вопросы. Конечно, я благодарен всем, что мы сработали большой командой. Это очень хорошо, даже на будущее перспективы, что мы уже доверяем больше друг другу, и возможно, у нас будут победы еще больше и ярче. Может быть, ну, в ближайшем будущем. Спасибо большое. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, Илья. Жена Арсардальна, ним сказать. Приятно. Взаимно, да. А я вам хочу сказать, что вне зависимости от решений международных организаций, вы были здесь и остаетесь нашим чемпионом. И позвольте вопрос от болельщиков задать вам, да, проясните, пожалуйста, будете ли вы бороться за олимпийскую лицензию на игры 2020 года? И второй вопрос наших болельщиков почему-то волнует: будете ли вы менять свою весовую категорию? Спасибо. Ну, честно говоря, неправильно задали вопрос. Первый вопрос. Сейчас э, я не могу ничего сказать по вот тому буду ли я выступать или нет на самом деле, потому что два дня всего лишь прошло, и мне нужно встретиться. Ну, во-первых, я думаю, мне нужно, как бы, да, мне я молодой, 29 лет, у меня есть все данные для того, чтобы выступать, и будет немножко неправильно, если я сверну с другого, ну, по другому, пойду в другую сторону. Тем более отвоевано очень многое, и, конечно же, хотелось бы людям показать, что ну, на помосте там уже другая игра совсем идет, и там сложно меня просто взять и убрать. Вот. Но нужно первое сейчас, наверное, поговорить с руководством, со спортивным руководством нашей страны. Там взвесить все за и против, посмотреть, какие преграды нас ожидают в, в, этом пути. Выбрать, если даже, да, выбрать приоритет, Олимпийские игры или просто чемпионат мира какой-то. Конечно же, касаемо моего организма, то есть нужно Полностью проверить чек организма, то есть поехать на, пойти на полностью проверку организма, как делает это каждый спортсмен. Потому что время прошло долго. Да, я смотрел за своим организмом, я активно тренировался, занимался спортом, здоровым образом жизни, но все же я не принимал нагрузки на свой организм где-то полтора года больших. Я в прошлом году сделал 170-215 это такой 75% моего моего результата. Но я учился к тому времени, ездил 40 километров до зала, то есть ну, у меня были условия не, не не спортивные условия от простого человека. Я добрался до результата неплохого, в принципе, у меня все было в порядке. Да, кое-какие там мелочи были, которые нужно вот сейчас обратить на них внимание. Если мне врачи скажут, у тебя очень хорошее тело, твои мышечные волокна качественные, ты можешь работать, сердце работает как надо, то я уже ну, буду уже Почти, ну, уверен на 95 что мне пора идти и можно выступать конечно же со спортивными функционерами поговорить с ребятами с людьми с, кто ну, ком, с командой нужно собрать команду это же очень важно и вот тогда уже после этого когда уже все вот эти карты сойдутся так сказать ну все вот пути тогда я уже наверное скажу точно пойду ли я ну конечно я очень хочу мне очень охота попробовать еще себя на помосте, потому что Потому что, наверное, я еще не наелся, еще мало, ну, как бы 29 лет. А я планировал же, помните, еще тогда я говорил, у меня была такая мечта, фикс, идея, фикс, ну, токийская олимпиада, 4 олимпиады. Каждый среднестатистический атлет, который, ну, не средний, то есть каждый профессионал, в целом проходит 4 олимпиады, это нормально, 3-4 олимпиады. И вот у меня как раз она будет как бы четвертая, и все, ну, все сходится к тому, что, ну, можно выступить, но надо вот эти детали все обойти, просто так, ну, сейчас не, я не могу… Громко сказать, что я пойду и там выиграю всех. Надо очень качественно подойти к этому делу. А, весовая категория, да, конечно, это очень такой вопрос интересный. Если, если идти, все-таки. Я тоже сейчас ломаю голову над тем 94 или 105. Потому что я похудел на 10 килограммов. Я специально не похудел, я держал диету, держу ее. Ну, это не строгая диета, это такая нормальная, потому что мышечную массу и в непрофессиональном спорте носить очень тяжело. Ну, подвижности мало. А я люблю подвижный образ жизни, и поэтому я 10 килограмм слил, так сказать. Вот Сейчас я вешу 199 до 101 килограмма. И у меня есть такой вопрос, да, может быть в 94 вернуться и попробовать, ну, попробовать в 94 обратно себя. Потому что там возраст 32 года, это такой пиковый для спортсмена. И в 94 не надо там поднимать 245 килограммов, там достаточно 230 килограммов поднять, ну то есть уже на 10 килограмм меньше. А это для мышечных, для волокон, для, для организма. Я думаю, что мое как бы, знание, спортивное знание говорит о том, что будет, наверное, полегче. Но это же тоже сложно. Там, сейчас мне надо получать 6 килограмм, опять ну, как бы держать диету 6 килограммов. И потом по новой начинать степ-бай-степ -степ, идти и развивать это очень медленно. Это, ну, это как долгое, долгое планирование, и организм нужно готовить. То есть набрать вес для меня я уже пробовал, это ну, не проблема там, 107 килограмм набрать и уже нормально идти. А тут уже какой-то, ну, короче, дорога. Э, выбер, если 94 идти, выбор дороги сложнее. Тем более, там ребята иранцы появились, смотрите, мировые рекорды поднимают. Это такой дивизион серьезный 94, но он всегда был такой топовый. В 105 категории, да, сильные ребята есть, но я как бы там уже ну, нормально выигрывал. Там у меня 6 килограмм, я, мой максимальный результат и Руслана Нуридинова это 6-7 килограмм разница. То есть я на 6 выигрывал. А тут парень поднял на чемпионате мира 417, а мой был результат 418, то есть 1 килограмм. И там намного серьезнее борьба должна была быть, ну будет, если если как бы все будет хорошо. Вот, поэтому я еще пока думаю. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, Жидра Жумахметова, информбюро. Илья, скажите, пожалуйста, в январе, насколько я знаю, вы проводили мастер-классы. Я хочу поинтересоваться, считаете ли вы, что имели моральное право, чтобы проводить эти мастер-классы, учитывая вот скандал с допингом а. и какое? Второй вопрос. Не задумывались ли вы вот, после всей этой ситуации о том, чтобы вернуть там, деньги, машины, квартиры государству? И третий вопрос: в обществе, ну в общем, в спортивном считается, что спортсмены, которых поймали на допинге, их считают мошенниками. Угу. А, как вы относитесь к этому утверждению? Спасибо. Да, самый, наверное, мой, тот вопрос, на который я мне пишут иногда вот в комментариях, ну такой неприятный вопрос самый на самом деле. Ну что я могу сказать? Я скажу так. Мошенниками я нас не считаю, потому что мы не являемся таковыми. Мы работаем. У нас... Мы, мы работаем очень-очень серьезно. Мы работаем сутками, пашем и по 30 тонн в день поднимаем. Мошенники... Я думаю, друг, чуть другого формата люди. И когда мы поднимали олимпийские медали, мы выигрывали, мы когда побеждали на помосте, когда люди по миллионами людьми, людей радуются, прыгают от радости, счастья, слезы, дети смотрят, гордятся нами. Я думаю, люди так не делают с мошенниками. Вот, вот, вот что я хочу сказать. Когда мы, мы поднимаем, мы делаем вот эту работу, мы же 10 лет, 9-10 лет очень многому... Много ограничиваем себя. Мы же спортсмены, мы многое делаем для того, чтобы мы не живем семьями, мы с юности как спартанцы живем, чтобы для того, чтобы достичь вот этого успеха на Олимпийских играх. Если касаемо вот так денег, да, ну мы не работаем за деньги, нам сказали, дали, ну дадим, ну спасибо, дадим". ну хорошо, конечно это стимул большой, но там намного цели выше стоят, намного ярче там вопрос я я честно иногда шокируюсь когда люди вот ну, такие вопросы задают давайте один раз или хотя бы недельку может быть в зал прийти к нам недельку с нами пожить до с утра до вечера с нами попахать посмотреть вот нашу обстановку там и слезы и кровь и пот и э, отчаяние и такие стрессы психологические мы переживаем, что ну, там, честно говоря, никакие деньги, это все не вернуть. Мы работали честно, мы, мы работали во благо страны. Да, была, мы попали в тяжелую ситуацию, да, но вы сейчас понимаете, мировая общественность, посмотрите, спорт, он... Ну, тогда все 100% спортсмены-мошенники тогда, давайте так скажем. Потому что, ну, сейчас вон, целыми странами, целыми странами вот в этой проблеме, э, ну как бы, в эта проблема касаемо не просто меня одного, не просто там наших девочек, это касаемо всего спорта, это проблема спорта. Поэтому я не думаю, что будет правильно называть нас таковыми, потому что мы делаем во благо все страны, мы работаем на износ. Э, те грыжи позвоночника, те там гипертрофированные сердца, те те проблемы, которые ну мы мы же об этом не говорим, потому что это наша работа, мы делаем это все четко и и как бы Но в будущем как бы возможно я беру на себя эти риски, что у меня будут там, болеть сердце, может быть, потому что я спортсмен профессиональный и как бы это же мы не учитываем, а это не купишь ни за что, даже если так, это касаемо вот ну люди чтобы понимали, что мы идем туда не за вот этими. И, честно говоря, немножечко раздуто. Машины, квартиры там и все такое. Ну, раздуто. Это очень раздуто. Нам дают то, что нам дают. Вот нам четко государство выделило деньги, нам дали. И касаемо вот так. Если государство скажет, отдай, я отдам. Ну, то есть вот так я тоже скажу. Спасибо большое. Пожалуйста, следующий вопрос. Да, второй вопрос. Про мастер-классы. Мастер а в январе месяце я чуть-чуть не понял, про что за мастер-классы вы сказали. Ну, была в интернете информация о том, что вы проводите мастер-классы. А, ага. Там секреты успеха, да, да, всякая да. прочее. Вот, да, 11 а... января Считайте, будет вы... секрет успеха. семь секретов успеха от меня, да, будет. Вы считаете, что вы можете их проводить? А вы считаете, что нет? Я 24 нет. года отдал виду спорта своему. Я реально профессиональный спортсмен, который знает. Я реально выигрывал 4 чемпионата мира, рекордсмен мира. Я за 24 года, сейчас я сижу довольно таки в тяжелой ситуации но все же мы всей страной вы как и побеждали всей страной и вы вышли с тяжелой ситуации со всей страной и дальше возможно я буду выигрывать вы думаете у меня нету семи секретов да. спасибо большое уважаемые коллеги следующий вопрос казахстанская правда александра власова а на ваш взгляд кто из спортсменов а, могут стать главными соперниками на олимпийском помосте Спасибо. Вау. Ну, до Олимпийского помоста еще долго идти, но там ребят очень много собираются. Если честно говоря, следующий чемпионат мира, я думаю, там будет категория 94, а в 105 килограммов, конечно, я думаю, в а 105 тоже. Там будет Рус, Руслан Уридинов, там будет Арамнов Андрей. Это олимпийский чемпион Пекинской Олимпиады. Если я не ошибаюсь, он очень сильно готовится. Короче, там уже два олимпийских чемпиона будет. Если я буду, там уже три олимпийских чемпиона будет. А, кто еще? с, с России парень, Биджанян Давид. Вот мы в Алмате хорошую игру показали, хороший бой. Вот он, рекордсмен мира в толчке. То есть это четыре уже человека, которые будут реально топовых. Я думаю, еще Саша Зайчиков наш будет парень, пятеро, пять атлетов. Это уже ну, сильный чемпион, это уже минимум пять человек будут бороться за титул чемпиона мира, если как бы, ну, все пойдут. Там еще человека два-три появится, которые ну, реально это в 105-й категории. В 94-й категории вот парень Али Хасейни, я не помню его фамилию, вот он, он абсолютный чемпион, ну, выиграл там очень, очень легко 94-й категории. А дальше я не знаю, вот дальше все. Вот я на него, ну как бы, если я буду настраиваться, я буду настраиваться на этого парня. А если в 105 категорий, категории, там результаты чуть-чуть поменьше, но их уже пятеро или шестеро человек. Вот, Спасибо. Соперники, да. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день, Дана Ражиманова, телеканал КТК. Илья, скрывать не будем, рады очень за вас. И хотела спросить по поводу вашей команды, что с Тойшаном Виктимировым, с ребятами, которые тренировались вместе с вами, с Жасуланом, будут ли они выступать вообще, что сейчас у них происходит? Спасибо. Да, спасибо большое. С Тойшаном мы на связи, созванивались, у него все в порядке, он пока занимается, он работает, занимается семейными делами, у него там в семье, Ту -ту -ту -ту. дай бог, скоро будет пополнение, вот. Он, он как бы на связи, ну, пока я так понимаю, от спорта. Вот, Жаслан занимается, он зам директора был сейчас он тренер. Тренер в, в Республиканском колледже спорта, если не ошибаюсь, он работает ну, тренером, полупрофессионалов, ребят, молодых тренирует. У него все неплохо. С карьерой, я так понимаю, он оставил карьеру, тоже тяжелая ситуация у него там произошла, и вот ему, к сожалению, пока он оставил карьеру. Ержас Балтаев тренирует Зайчикова, Дениса Уланова, Рустема Сыбая. То есть ребята выступают, все хорошо у них. Вот на чемпионат мира ребята готовились. Рустем Сыбай и Уланов выступили, заняли второе-третье место на универсиаде. А Зайчиков ждал чемпионата мира, но, к сожалению, наша сбора не попала. И теперь настраиваемся на следующий год. Вот. Ну, каждый занимается своим делом. У кого-то тяжело, кто-то кого сложно переносит эту... Ну, моменты. Кто-то ну, перестроился, дальше живет. Вот. В целом, как бы все нормально. Сейчас дальше уже соберемся, ну подумаем, поговорим тоже. Спасибо. Да. Можно уточнить, да? А, то есть, если вы, точнее, когда вы вернетесь к тренировкам, вы будете тренироваться со своей старой командой, либо будете брать других тренеров? Я пока об этом. Вот вот эти вопросы очень остро стоят сейчас. Я пока не знаю, как я буду действовать дальше, потому что нужно действовать сообща и грамотно. Ну то есть подходить к этому вопросу. И я не готов сейчас ответить на этот вопрос, потому что нужно с, со всеми это решить. Спасибо. Может быть, кто-то не хочет со мной работать, а может быть, и у кого-то другие дела совсем. Или, может быть, там перестраивать чуть-чуть надо структуру вообще нашу подготовки будет, ну, подхода вообще к атлетике в, ну, в моем лице. Спасибо. А, да. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день, Даниэра Радильбеков, Бенюс Зет. У меня вопрос такой, у вас были рекламные контракты большие. Например, был большой контракт с компанией Nike, в каком сейчас состоянии, то есть расторгнут, нет, и какие ага. вообще по поводу, какие сейчас финансовые положения у Ильи или на вот. Ага. Большой спорт, это большие деньги однозначно. И вопрос, ну, в итоге вас признали виновным, да, вы понесете свое наказание угу. и будете восстановлены к определенному сроку. И сейчас вот вся страна хочет от вас узнать, в итоге станозол, да, правильно, вот то, что вам угу. инкриминируют. Было ли употребление у Илья или не было? Вот Вся страна mm -hmm. хочет этого знать именно от вас. Хорошо, понял. В общем, по поводу Найка. По поводу Найка никакого контракта о, ну, денежного контракта не было. Найк нам поставлял только одежду. И договор был, если я выиграю Олимпийские игры, мне дадут 15 тысяч долларов. Ну, то есть, это ну, касаемо. Не, не очень это правильно говорить, но Найк это было со мной договоренность, чтобы мы потом... Вз, вз, ну, на дальнейшую перспективу, чтобы Nike работал с нами со всей сборной Казахстана. Там не было огромного контракта, как вот. Ну, ну опять же, это все завышенные вот, э, около спортсменов вот эти вот вещи. Да, я сработал с LG, я очень уважаю эту компанию, мы хорошо сработали, я благодарен им, мы закончили как надо, два года мы поработали с ними и все, в конце концов, вовремя, ну, момент окончания контракта, и, ну, вот эта ситуация произошла. И как бы, все, мы разошлись, все хорошо. Спасибо, LG тоже поддержали хорошо. По поводу Nike я бы даже не этот, не разговаривал, честно говоря. Просто, ну вот, по поводу Станзалола, я не могу сам понять, в чем происходит, в чем дело. Сам не могу понять. По официальной версии ну, спортивное питание, мы принимаем витамины, спортивное питание, всяческие медикаменты. Возможно, вот в этом все, все дело. Понимаете? Очень много времени прошло. Я, мне было там 20-24 года. Ну, там очень много вопросов, на которые я сам бы с удовольствием ответил. Ну, не могу. Спасибо. Пожалуйста, коллеги. Вашего экс-тренера Алексея, не, я с ним давеча разговаривал на федерации и спрашивал у вас вопрос: э, тогда возможно ли то, что он знал, то, что вы употребляете этот основное зло, а вы этого не знали? Вот такой нет. Вот такой я не такой. могу сказать про это. Я не могу сказать, что кто-то знал, кто-то не знал. Просто вот так произошло, к сожалению. Э, к этому все пришло. Сейчас сидим, ну, два года дали дисквалификации. Ну, значит. Значит, что-то было, ну, нашли, значит, нашли, что теперь сделаешь. Надо работать дальше и идти. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день, Сабиба Ибусинов, агентство Хабар. Сейчас ситуация в мировом спорте, собственно, вы видите, да, что происходит с российской командой зимней, взять биатлон, например, взять лыжников с Сочинской Олимпиадой и э, отношение коллег по цеху у к российским э, коллегам неоднозначное вот действительно э, олимпиада кто-то может один раз участвовать два раза участвовать и вы сами ощущали э, те моменты когда вы выигрывали э, когда ощущали эту славу поддержку, и вот а, к российским а, атлетам сейчас относится неоднозначно. Кто-то их поддерживает, а кто-то говорит, а, почему в тот момент выиграл не я. То есть, Илья, а, какое отношение ваших коллег по цеху к вам? Наверняка вы общались с теми людьми, которые там на пекинской олимпиаде занимали второе, третье места, да? И собственно, а, какое у вас сейчас, а, как вы общаетесь с Алексеем? Не угу. имеете ли какие-то контакты, угу. обсуждали ли вот в каких-то угу. разговорах личных ситуацию? Спасибо. Да. Ну Первый вопрос. Ни один из моих друзей, ни один из моих коллег по цеху никогда ни одно слово про меня плохо не скажет. И не говорил, и не, 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 не будет говорить. Я почему уверен так? Потому что мы на помосте там знаем, что происходит. Мы там все работаем как надо. У всех условия одинаковые, и мы выигрываем все четко, честно и как по справедливости, как надо. Это да это я даже не знаю, это, это ну, очевидно, наверное, должно быть, ну, для меня. Мы, ребята, меня уважают, ценят, мы со всеми дружим, коллеги по цеху, профессионалы, реально, они, мы все созваниваемся, с кем-то мы очень близкие друзья, все поддерживают, все мне рассказывают истории сложные для себя, вот кто-то там встречался со сложными историями, кто-то говорит, ну, ну, ни один еще мне не сказал, там, не предъявил что-то такое негативное, потому что мы там выигрываем, мы там проигрываем и мы там делаем все честно. Там по там это наше, и мы все понимаем прекрасно все. Мы спортсмены. По второму вопросу. Вот так охота это больше даже сказать. Вот по первому, что там такое уважение друг к другу идет, что там о таких, о таких вещах вообще речи не идет, что пальцем показать и сказать, что я там, оказывается, был вот он, а он был вот таким. Вот. А по поводу второго вопроса с Алексеем Ни. Ну да, мы с ним переписываемся, ну так, э, общаемся на уровне давних знакомых, вот, ну, вот, вот так, таким образом. Я слышал, что он э, напис... ну, э, прокомментировал мою, ну, вот, сказал, что я дальше должен выступать. Да, конечно, спасибо большое, очень приятно. Э, ну, так, как сказать. Мы давно с ним знакомы, он многие вещи сделал тоже для, для казахстанской тяжелой атлетики. Это нельзя сказать там. Это, он тяжелые моменты он поднимал эту тяжелой атлетики, когда никого не было. И он в конце концов старше меня, и он когда я рос, он вел меня как менеджер. И поэтому я ему в какой-то степени благодарен, что он очень много сделал. Спасибо, пожалуйста, следующий вопрос. Тамара интернет-журнал «Власть». Илья, а скажите, пожалуйста, а вот по поводу вашего еще не решения по поводу Токио, будете ли вы не будете выступать? Вы сказали, нужно медосмотр пройти, да, посоветоваться со спортивными функционерами. Все-таки хотелось бы хотя бы какие-то примерные даты, через месяц, через два, через три, когда вы сможете дать окончательный ответ. И второй вопрос. Коллега вот затронул по поводу сборной России, да, то, что мог их что сборная России выйдет под нейтральным да. флагом да. на Олимпиаде. Все-таки хотелось вот вашу точку зрения по этому вопросу услышать. Да, Спасибо. Понял. Конкретные даты я пока не знаю. Наверное, январь месяц, скорее всего, начало года. Уже тогда будет ясно. А по поводу вот ребят российской сборной, конечно, надо ехать выступать. Сегодня в полжизни там работали, пахали мы все. Ну, там, я просто понимаю, что это. Флаг, ну, неужели ну, россияне не будут за них болеть так же, как и за родных, когда, ну, если они там будут выигрывать? Ну да, такая сложная ситуация возникла, но надо ехать, побеждать, показывать хорошие результаты, достойно выступать на Олимпийских играх. Тем более, ребята по, по пол жизни отдали этому. Ну, это же цель жизни. А вот так бойкотировать, ну, это чуть-чуть, я думаю, нужно идти, ехать и, и выиграть. Потом ты приезжаешь домой, медаль она будет российская, ну, то есть их родная медаль будет. Поэтому нужно ехать и делать. Да, кто-то может быть, может быть, участник там, ну, я не хочу там поехать и не поеду. А кто должен выигрывать, это его работа, он должен поехать и выиграть эту Олимпиаду и сказать, ребята, вот она, моя медаль, она вот Российской Федерации медаль, пожалуйста, там, господин президент работу выполнил, служу там России, да, и все, поехала жара дальше. Я думаю так. А следующая Олимпиада уже там уже на другие дела. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день, Международное информационное агентство Казанформ Гульмира Сарбасова. Слов нет, Илья, вы не превзойденный профессионал, и все ваши болельщики, никто из них нисколько не сомневался в каждой из ваших побед. Спасибо. Хотелось бы узнать, почему все-таки, что помешало открыть свою школу штанги в момент простоя? И появится ли она, она, в перспективе? И если да, какой она вам видится? Да, спасибо. Спасибо большое за все, за добрые слова. Конечно, будет, будет школа Ильи Ильина. Она... Я просто пока был, не был готов, у меня очень была вот такая большая голова, поэтому я не стал там браться сразу за какое-то дело, потому что я мог провалить его легко. Конечно, у меня в планах я, если, ну, есть профессиональный спорт, есть э, уже спорт менеджмент, ну, то есть спортивное направление, где я не спортсмен, но я уже ну, функционер, может быть. Я не как тренер, я не смогу, мне кажется, в зале сидеть и тренировать. Ну, то есть вот так, детей взять маленького. Ребенка. А вот собрать ну, сборную команду и работать в лице там, ну, управленцем, может быть так, давать, конечно, мастер-классы, давать ну, поддерживать, давать знания свои. Да, я, конечно, смогу. Сейчас я работаю над этим. Ну, я концепцию строю для того, чтобы там была не только там школа или иная, а целая, ну, целая, целая система, целый план действий. Который меня плавно переведет в неспортивный образ жизни. То есть уже, ну, 32, даже если это Кийская олимпиада, уже пора думать о будущем, о том, чем я буду заниматься потом. И, конечно же, это будет школа или Ильина. Сейчас я. Конечно же, я живу в Астане. Мне хотелось бы вот открыть ну, попросить небольшое, так сказать, место, где я смогу это все сделать. Я думаю, вот... Комплекс Единоборск строится, вот я думаю, летом он сдастся. Я хочу попросить у руководства, чтобы дали какую-то часть мне. И я уже там пробовал себя в лице уже, ну, так сказать, и даже тренера, и правильно вести ну, дело спортивное. Пока вот, вот такие мысли у меня. Конечно, это будет все, потому что я должен это сделать, мне это очень интересно. И я спортсмен, куда мне идти? Только в спорт. Начинать со спорта новую жизнь. Ну, вторую часть жизни, нужно начинать со спорта. И, конечно же, вот с этого направления. Да. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. У меня уточняющий вопрос. Не могли бы вы рассказать подробнее о вашем тренинге Семь секретов успеха? А, да. Такое мини-анонсирование. Когда, для кого и вообще, как возникла такая идея? Спасибо. Возникла идея, как? Мне очень интересно. Ну, это вот. Мне очень интересно пробовать себя в чем-то новом, ну, в чем-то новом. И, ну как это сказать? В общем, 11 января я <coughs> решился на то, что я вот буду выступать не как со штангой человека, а как спикер. И у меня появи ну, идея появилась довольно-таки недавно, но я очень хотел быть, попробовать себя в роли спикера. Может получится, интересно. Я сейчас занимаюсь этим, готовлюсь. Что-то я даже за, за это за за заволновался у меня есть э, не то, что там супер секреты, просто я хотел бы рассказать, чем, чем меня движило вот эти 20 там, с чем-то лет, э, на чем я основывался, основные вот постулаты моей жизни. И вот я хотел бы передать людям. И вот 11 с я хочу это сделать. Народу будет немного, 150 что ли человек, если не ошибаюсь. Вот. Это первое, такой, первый опыт мой будет. Поэтому я даже сейчас волнуюсь: я сейчас схожу, учусь с тренером правильно говорить, разговаривать, правильно ставить свою речь, ну, чтобы для того, чтобы не просто прийти и там, ну, разговаривать, а более профессионально выйти на этот уровень. Потому что мне интересно, я думаю, что в любом случае я 20 лет на помосте был, мне нужна аудитория, площадка для того, чтобы я ну, раз, ну, разговаривал, жил, ну, жил в этой жизни. И вот я выбрал этот путь. Не знаю, я думаю, получится хорошо, но пока ничего обещать не могу. Ну вот приходите, 11 января я буду очень рад вас видеть на своем первом выступлении как спикер. Да, не будет. Да. Спасибо. Уважаемые журналисты, уважаемый Илья Александрович, разрешите от нас всех поблагодарить вас за искренние и откровенные ответы и пожелать вам дальнейших успехов. Уважаемые журналисты, благодарим вас за активное участие. Берегите себя, до новых встреч на площадке СЦК. Кирис Гездискинщич, Саусаламат,